Так, процедура X. Мы на верхнем подъемнике. 2428. Вишневский Игорь. Стас. Орешин. Вишневский Стас. Вот, пики какие-то. Снаряжение на вот эту хрень. Да. Спуск очень сложный, реально опасно. Вот. Вот такой вот здесь офигительный склон. Блин, нога. Вот. Офигительный склон просто. Шикарный. Вот Игорь. Он только что получил матку. Вот. И нам идти куда-то туда. Вниз. Вот, и я скажу вам, что очень-очень опасно. Вот в следующий раз обязательно будем брать с собой снарягу с Киева, потому что ненормальных ботинок лыжные. Хотя скажу, что в лыжах, в принципе, вверх идти нормально. Они держат, наверное, на контакт. Вот. Но спускаться это пипец, здесь жесткий фирн. Вот, скалы. Причем, если ты сорвешься, то это капец просто. Я не знаю, что будет. Поэтому пытаемся как-то очень медленно спускаться. Ладно, на следующем привальчике следующее видео. Дальше. В общем, вот наш первый пройденный, почти пройденный жандарм. Там Игорек борется. Вот. Пытается там скалолазными методами через систему щелей, куларов, полок, карнизов пройти вниз. Вот. В легких хайкинговых ботинках. Я в лыжных. Очень удобная обувь.
трекинговые, вместо трекинговых палок и складные лыжные. Ну, вообще, все как надо, все как нужно. Все стрим-трейл делает. Азимут, свой стрим-трейл. Вот. Ну, мы дошли до первого такого пятачка. То есть дальше, ну, тут падать еще есть, метров 600 влево, метров 600 вправо. Вот, ну, короче, весело. Вот вам покажу вас куда. Наш прекрасный путь. Очень-очень лайк. Так, Вишневский, Орешин, Вишневский. Давай рукожоп. Ты упираешься ногой, потом подъезжаешь к ней жопой, потом к жопе подводишь руку, упираешь руку, и дальше выдвигаешь ногу, за ней жопу. Вот такой вот спуск. Три этапа. Повторюсь, ребята, у нас здесь крутые спуски. Крутые горы. Очень крутые. Вот, рука жопы. Блин, надо за ним идти, а то он уже удер от меня. Удер. Pleasure, a boom shape, pleasure.